один продукт у нас из Лидла. Фирма Meadow-fresh. Moroccan style гумус. Короче, это такое мазюка такая, которая намазывается на хлеб, скорее всего. Стоит, стоит фунт 0,9. Сколько здесь грамм? 170 грамм. Ну, в принципе, недорого. Вот. Лидл. Пробуем. Короче, кака такая, по внешнему виду. Так, спробуем. Ножичком. Раз. Ну, не знаю. Специфический вкус. Похож на сырную массу, только с луком и со всякой хренью. Ну, в принципе, можно брать.